Так, я представляю, наші постійні гості вже В'ячеслав Сімченко та Тетяна Жалінова, організатори виставки, завітали до нашої студії. Доброго ранку вам. Доброго. Слухайте, ну виставка маленькі, великі, читала анонс, дуже цікавий, так знаєте, одразу. Як це може бути? Відомі люди, маленькі, будуть показувати свої фото, от віддали вам. Звідки взялася взагалі ідея зібрати фото і от показати на День захисту от дитяче фото, хто ким був, розказуйте. Ну, смотрите, все любые идеи, не всегда, конечно, рождаются спонтанно. Нельзя сидеть, вот, поставить себе цель, вот, хочу что-то придумать. Нет, это все как-то, ну, так рождается в процессе каких-то обсуждений, шуток и прочее. И когда вот эта идея родилась, действительно, у всех загорелись глаза, потому что все равно все мы в душе дети. Хоть и есть такое высказывание, что дети – это ангелочки, и по мере того, как у них вырастают ручки и ножки, крылышки у них укорачиваются. Вот. И очень важно сохранять себе вот эту вот маленькую ангелочку, пусть даже там будут очень маленькие крылышки, но главное, чтобы они все-таки были. Пока в человеке живет ребенок, человек, он живой, он активный, в нем есть эмоции, в нем есть какая-то непосредственность, потому что зачастую мы под маской серьезности, какой-то напыщенности, а потом в каких-то других обстоятельствах все равно человек вот, проявляет какую-то свою, то, что в нем заложено с детства. И вот поэтому эта идея, когда она так спонтанно возникла, сразу ее подхватили и решили таки реализовать. Mm-hmm. Дали клич тем, кто не боится показать себя в детстве. И вот, собственно, думаю, завтра будет результат этой идеи. Это спонтанно. Сколько часов готовилась выставка, собирали фото, сколько на это собирали часов? Недели или дней 10. Да, до 10 дней. Наши же идеи, как всегда, не прилетают в наши творческие головы. Независимо от производства, да, от серьезности директора и так далее. На самом деле это иногда бывает идеи чуть-чуть слегка подсмотрены, потому что в Фейсбуке периодически кто-то да выставит свою фоточку из детства. И что потом происходит? Много комментариев, много «Бузик, какой ты зайка, как было классно!» Ну как бы почему нет? Мы ее просто да, доработали идею, организовали. И действительно это очень короткие сроки для фотовыставки, учитывая, что у нас будет более 80 фотографий. Ничего себе, так, слушайте, ну делитесь. Разогнались. Кто ж це буде, хто віддав свої фото, показати, ким він був в дитинстві? А вам сразу не скажу. Ну хоча б трошки. Це дійсно, в основному, як правило, це достатньо відомі лица в місті. Кто именно, это будет, наверное, неправильно называть сейчас эти все фамилии, но вот основная масса людей это люди, ну, те, которых в городе знают все. Як вони відреагували взагалі на таку ідею? От ви прийшли, попросили, там, ну, от написали, там, кинули клич, можливо, да, ну, фото. Давайте просто. Я розкажу, як да, організаторські моменти, тому що в основному, да, понятно, на ніякий круг наших друзів, тому що ми не писали офіційне обращення, ну, не тот формат, да, це виставка однодневка, це ідея вот на один день. В самий дитячий день, вот вона прийшла в голову, ми її дуже швидко реалізуємо. Це такий клич в Фейсбуці, в личній переписці, в телефонному дзвонку, достаточно широкий он с круг друзей, знакомых, да, известных горожан, политики, чиновники, там, депутаты, врачи, там, музыканты, шоу-бизнес, просто бизнес, руководители предприятий, то есть там будут все самые разные, включая там поэтов и писателей, художников, очень разный круг. Поэтому мы предложили... Реакция была разная, начиная с того «Вау! Yes! Да!» Наконец-то! И заканчивая «Что-что?» Не. Потом, нет, а ну повторите, что? А, да. А ты там будешь, там, да, не стрёмно. Не стыдно? Ну что стыдного, да, в показе своих детских фотографий? Мы не берем их, конечно, голопопые. То есть в каком-то... Какие дресс-код я дам фото? В каком-то смысле даже сам процесс этот сбора информации, это был такой... процесс снятия, вот как с луковицы старая, старая шкура снимается там, с капусты, и потихоньку все равно человек там доставал из всего этого большого количества своей серьезности, доставал изнутри своего маленького ребенка, того ангелочка, который там у него остался, и он его чуть-чуть будил в себе. Люди, которые писали, там, ну все, день рабочий пропал, я уже залезла в фотоальбом, Таня, ну вы вот это вот, да, были такие,
Классная идея. Ну, у меня фотоальбом у мамы в селе, там, сканировать не... Ну, то есть, были те, кто очень хотели, а физические возможности раздобыть свою же фотографию, которые где-то там на чердаках палятся, нет. Но они обещали прийти на других посмотреть, в любом случае. Слухайте, а от ще цікаво, бо ми самі запустили флешмоб і вчора вибрали фото, от які свої дитячі. Чи було таке, що писали, я не знаю, яку вибрати? От чи цю, чи можливо і всі віддати? От розкажіть трошки. Творчі мучення були, звісно, всіх. Тобто у нас дві крайності. От, ну, хоч одну от я знайшов, і слава Богу, до, ну, от навіть не знаю, да, весь альбом, що ж, і ми там скидували кілька фотографій, ми вибирали вже співвідношення якоїсь композиції, щоб не були всі, знаєте, як діти, всі з телефонною трубкою, було дуже модно там в определенні роки, всі з телефоном. Например, ну мы же не можем взять всех с телефона, потом выбирали. Такой выбор был даже и у меня, потому что когда поддоставали вот опять же это все были эти архивы, да, то по крайней мере то из десятка фотографий тоже все никак не мог выбрать, что даже была идея изменить формат. Увеличить представление, пусть каждый по две, по три, потому что ну, хочется передать, чтобы действительно оно было не что-то там стандартное, да, очень много фотографий, там стоишь на стульчике какой-то такой, и они все одинаковые, а еще в детстве-то и лица у всех одинаковые. Тому де важко десь вгадати, хто де є, так? Да, тому тут цікаво було і возраст підібрати такий, щоб ну, хоч якась була узнаваємість, тому що там годовалого ребенка, ну, не знаю, тяжело отличить. Я би сказала, що з узнаваємістю це зараз вже зовсім чітко погорячилось. На самом деле, да, були такі, давайте нікого не підпишемо, пусть все угадує. Ну, я вам скажу, що реально, я собираю даже фотографии, сейчас без подписи я их собираю, все равно не определю опять с точностью по фамилиям, потому что реально, знаете, кто самый узнаваемый? Да. Саша Сайковский, журналист и фотограф. А, ну, да, вот ему даже к этой детской фотографии чуть-чуть штрихами дорисовать небритость, от все узнают сразу, остальных не узнает никто. Но Саша умудрился на уже и возрасте сохранить свое вот это вот... у него крылышки не сильно укоротились за это время. Остальные настолько просто действительно неузнаваемы, особенно учитывая возраст некоторых участников. Самой старой фотографии знаете, сколько лет будет? Так, оно интересно. А, не угадайте, давайте вот попробуйте. Сколько может быть самой старой представленной фотографии лет? 50. А, мало. Чуть-чуть мало. Больше. Больше? 70. Почти 70 будет. Майже? Да. Самая, ну, там без, по-моему, года-двух. По-моему, без года, 70 лет будет эта фотография. Слушай, то треба обов'язково бігти и дивитися. И участник, то есть да, лицо этой фотографии обещал быть, соответственно, завтра. Один из известных легендарных личностей города. Так, от зараз я замислилася. Ми спіли там, да. Я думаю, добре, так. Ну і хочу спитати, мета виставки, от ще раз. Чого ви очікуєте від виставки? От любого мероприятия всегда я ожидаю только одного – положительных эмоций. Все остальные цели, ну, это ерунда, это все неправильно, потому что от любого действия надо получать максимум удовольствия самому и дарить радость другим. Поэтому я абсолютно уверен, что, во-первых, завтра и так праздник день защиты детей, у всех будет замечательное сумасшедшее настроение, все будут понемножку все равно впадать в детство. Вот. И я уверен, что вот возле этой выставки будет тоже такая концентрация, будет генерироваться большой фонтан положительной энергии, вот этой непосредственности, этих горящих глаз, этих улыбок, этих угадываний. Этих, да, поэтому смотри, всем тем, у кого завтра будет, вдруг человек просыпается утром, у него какая-то хандра, депрессия, плохое настроение, еще что-то, ему стоит прийти туда, чтобы подзарядиться позитивом. Это однозначно. Я предлагаю сказать, куда, собственно, прийти. Так, и вот давайте запрошуйте, куди йти, у котрій годині можна буде подивитися. Ну, традиционно в городе все, что связано с детством и с детьми, это, конечно же, сказка. И так уж сложилось, что у нас есть там уже свое какое-то такое намоленное место. Паровоз. Нетрудно догадаться. Тот самый паровоз. И вот возле паровоза будет проходить завтра эта выставка. Так, о какой године? Смотрите, выставка однодневка. Мы буквально с утра свеженькую смонтируем. В 9:30 утра мы ее откроем. То есть пару слов все скажут. Участники фотовыставки, кто сможет в рабочий этот день дойти, они дойдут.
И она пробудет в городке сказка возле паровоза до темноты. Ну, по сути, до закрытия сказки в этот день, до 22 часов. Слуха, так круто. То есть хороший день, и даже все-таки мимолетный немножечко. И тем более, детство пролетает быстро, поэтому вот, и выставка эта тоже, она так пройдет быстро, как само детство. Слуха, то як круто. Ну, я сподіваюся, ми завтра встигнемо прийти подивитися. Дуже цікаво от поглянути і знову на Сашу Сайковського теж подивитися, який він був в дитинстві. Хоча я пам'ятаю фото з Фейсбуку, то постійно з фотоапаратом і от такий от... І з борщом. Да. Ми його, да, ми його не взяли з фотоапаратом в этот раз. Ага, щоб легко було здогадатися. Ну, дякую вам, що завітали. Я сподіваюся. Я думаю, виставка завтра буде мега позитивною, такою, як і ось зараз ви нам розказали, вже з позитивом таким. Бажаю вам натхнення на нові ідеї, чекаємо від вас якихось нових, можливо, ідей, нових заходів. Я нагадую, до нас завітали організатори виставки «Однодневки» В'ячеслав Сімченко та Тетяна Жарінова. Тож біжіть завтра і дивіться на те, якими були відомі особистості в дитинстві.